Добрый день, дорогие телезрители. Хочу представить вашему вниманию тормозные диски фирмы Valio с каталожным номером R2010, которые устанавливались на автомобиле Kia Sorento с 2002 года по 2009. Данная фирма Valio основана в 1923 году. Имеет 43 завода в 20 странах. Посмотрим диск. Диск вентилируемый, смазан для хранения, соответственно, ржаветь он не будет. Данные диски поставляются на завод Kia Hyundai и устанавливаются на новые автомобили.